В общем, да. Мы в мексиканском ресторане. И если у вас нет денег на еду, то можно бесплатно поесть. Попить лимонного соуса. Попить лимонного соуса и солью. Я некрасивая. Ну, а я-то некрасивая. В общем, а мы выбираем. Прикол, самый прикол это ресторан. Короче, когда уходишь, можешь на выбор любую сковородку со стены съесть. Забрать, да. Нет. Если сможешь отодрать. Короче, посмотрим скорость приготовления блюд в этом кафе. Очень быстро, я тебе помню. Посмотрим. Выбрали чечевичный суп. Азиаки. Это будет курица в соусе терияки. Все, что ты выбрала? Крем-шам. Паста с шампиньонами и куриная грудка. Ты худеешь? Короче, пасту какую-то шампиньон. Ты не охуднеет. Сейчас покажу вам филиный курьер. Интерьер. Охренеть, не морду разнесли. Вот смотрите, да, какие сковородочки на стенах. Народ? Где сковородочки на стенах? Вон. Чего ты там про перец умничал? Мексиканский ресторан, острая пища, еда. Перец черный, не молотый, и на молотилке его хрынь-хрынь, и морская мельница. Соль, вот тоже крупная. Да. Это подарок от ресторана идет, можно с собой забрать, я узнал. И масло выпить. Лимонный соус и масло. Масло, скорее всего... Думаешь... Я думаю, что обычное. Нет, не оливковое. Не оливковое, откуда оливки в Мексике? Да. А лимонный соус прикол. Да. Ты пить хотела, Ксю? Пить хотела? А. Бесплатно. Сидим, ждем еду. Решили обзорчик такой сделать. Ксюша купила себе вот такой крем Nivea. Увлажнение, восстановление. Я купила себе энергия молодости. Показываю. Контур лица. Там потянулись. Мицеллярку Ксюша купила. И что такое? Тоналка, да. А мне? Тоналка. Я тоже хочу быть красивее. А ты так красивый. Тебе не надо косметику. Нет, я хочу быть красивее. А мне, видишь, вот надо подчеркнуть мои красивые лифтинг. Глаза. Морщины тоже убрать. Морщины тебе убрать? Грудь надо увеличить. Мне падло качаться, я хочу так увеличить. Кстати, нам прибор уже принесли. Это хороший знак. Скоро они принесут еду. Здесь это как... У них готовая эта хрень, они ее разогревают. Ребят, мы сегодня, короче, на целый день. Роликов будет много. Мы пойдем в новогодний Аби, в новогоднюю Икею. Аби вообще шикарно. А сейчас пока, да, бродим по шмоточкам. Ксюньке юбку купили. Понравилось, да, Ксень? Вообще классненькую. Провозик поехал. Ту-ту! Блузку, да. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Блузку к юбке. Смотрите на лицо этого человека. В общем, это Ксенькина паста. Шикарди с листочком. Чечевичный суп я заказала. А Влад заказал куриный. Куриный выглядит как-то посимпатичнее. Я только, никому, знаете, не дам. Я не пойму, для чего тут лимон. Съешь его, блядь. Что-то, мне кажется, его где надо наши сухарики? Запустить. Вот сухарики стоят, я принесли, я, да. Все, всем приятного аппетита. В общем, ребят, может, мы как-то что-то не понимаем. Лимон я все-таки не рискнула туда запустить. Да. У Влада вообще суп офигенный. Очень вкусно куриный. Официанты. Ой, палец. Мексиканцы такие. Да иди ты. И у Ксюши очень вкусно. Мясо попробовал прям вообще как шашлык там, макарон. Очень куриный вкусненько. Куриный суп вкусный. Очень. Ресторан Гагава. Рекомендуем, да? Рекомендуем. Кстати, вот это суп тоже вкусный. Ну, не знаю, может попробовать все-таки с лимоном, как думаешь? Смертельный номер. Размер вот этих тарелок, он, конечно, впечатляет. Она сантиметров 50, наверное. Вот такая тарелка очень понравилась бы Симбе. Симба у нас любит жрать. Ну, когда насыпаешь 4 миски, он со всех 4 попробует. А тут очень удобно, все на одной миске. Можно сразу пастью провести и все сожрать. У тебя что такое? От шефа. Мясо? Фирменное мексиканское блюдо. А мясо какое? Дон Педро де ля Фара. А у меня курочка в соусе терияки. Сейчас будем кушать. Ребят, прошу прощения, я еще жую. Курица. Это просто сказка вообще. Очень вкусно. Нет, она не острая. А я Влада, вот это вот. Вообще обалденно вкусная. Тушеные овощи, мясо. Очень все. Еда вся вообще просто обалденная. Все вкусно. Ребят, будьте в этой Гагаве, не берите у них салат. Вот это то, что они называют свежим средиземноморским салатом. По факту, это я так кроликов кормил, когда их разводил. Вышел, травки нарвал. Вот смотрите, сниму. Одна трава, набор травы какой-то.
сверху настругали морковки, положили две оливки. Все, средиземноморский салат. Чего? И объясните мне, пожалуйста, товарищи из Гагавы, при чем здесь средиземноморский салат в мексиканской кухне, блин? Мне интересно просто, вы знаете, где Средиземное море, а где Мексика находится? Это хорошо быть познателем географии. А тем, кто учился по географии сожрут, на двойке, да, да, сожрут. Охота на помидорку, мы никак не можем ее поймать. Вот меня только ел с жирными. Ты нахрена ее маслом полила? Она сама. Только на меня ее, пожалуйста, не кинь. О, получилось, ес, ура! Это была моя помидорка. Кто поймал, тот и съел. Так нечестно.